Украина вошла в пятерку стран с наибольшим количеством новых дел в Европейском суде по правам человека. Об этом говорится в ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы. В прошлом году в ЕСПЧ зарегистрировали 109 новых дел из нашей страны, при этом в 2016 их было 99. Кроме того, Украина оказалась в числе стран, которым закрыли наибольшее количество ключевых дел в прошлом году. Всего за прошлый год в ЕСПЧ зарегистрировали более 1300 разбирательств.